Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Сегодня я решила наконец-то снять для вас мукбанг. Мукбангов не было очень-очень давно. Я прям как будто отвыкла снимать для вас контент. И как только я села снимать видео, начался какой-то посторонний шум. Скорее всего, это через соседа или, возможно, через три соседа, потому что слышно не сильно. Поэтому я решила сесть снимать, а, возможно, вам вообще не слышно. Просто легкое такое, знаете, гудение, или как правильно сказать, не знаю. В общем, сегодня у нас мак, я решила заказать новинки, точнее то, что я не пробовала, или то, что появилось сравнительно недавно. И вы знаете, я заметила такую тенденцию, что в маке очень сильно все подорожало. Будем сейчас пробовать и сравнивать, конечно, но подобные можно купить у местных каких-то производителей, которые никак не связаны с франшизой, намного дешевле, поэтому выводы делайте сами. Сейчас, конечно, будем пробовать и думать, стоит оно того или нет. Но, например, Цезарь мне обошелся в 11 монат, да и вообще этот заказ, не учитывая соус и, естественно, фанту, мне обошелся в 35 монат. За 35 монат я могу купить классный сет роллов и сесть, например, вдвоем, втроем. Это, естественно, на одного человека. Цезарь я решила взять с креветками. До этого я пробовала, но пробовала с курицей. И здесь соус даже есть. Сегодня я вам буду рассказывать про деревню, как все проходило, как мы продавали орехи. Я думаю, что это вам будет интересно, да и мне хочется это вам рассказать. Потому что для меня это было в новинку, новый экспириенс в моей жизни. Когда я употребляю это слово, почему-то всем не нравится, Айка выучила новое слово. Да, выучила. А что? Какой-то странный соус, конечно. Я, если честно, не думала, что мы так легко справимся со всем. У нас 1,5 гектара земли. И там посажены орехи. Деревьям где-то около 10 лет. Естественно, самостоятельно собрать подобную плантацию, это просто из ряда фантастики. Там есть человек, который привозит и увозит людей, которые работают на твоей плантации. За это платит отдельно и человек, который приходит работать, и отдельно платит хозяин плантации, так скажем. И работникам очень удобно, потому что их забирают прямо из дома. То есть эти работники, они не всегда из нашей деревни. Очень часто бывает, что из соседних деревень приезжают, даже из города бывают, на заработки приезжают. Потому что за короткий период можно заработать хорошие деньги. Но опять же, насколько хорошие деньги, все зависит от конкретного человека. Как там получалось? За 1 килограмм собранного урожая мы платим 50 копеек. На самом деле расценки разные. Кто-то платил 40, кто-то 45. Мы платили 50. И все зависит от того, сколько ты урожая собрал. Я была в качестве бухгалтера. Я приезжала уже вечером, и мы взвешивали товар каждого. То есть там мешки, и на мешках каждый человек маркером пишет свое имя, чтобы было понятно, что этот мешок собрал конкретно этот человек. У нас в команде было 5 человек. У каждого свой мешок. Только в последний день возникли немножко разногласия в том плане, что
лежали два мешка, и одна женщина говорила, что это мои мешки, а другая говорила, что нет, это мои, но, знаете, в конце так получилось, что они родственники, и они как бы между собой потом договорятся. Поэтому лучше всего на мешке писать имя человека, чтобы потом не было никаких разногласий. Еду они приносят сами с собой. Их привозят, значит, где-то в 7. Как я вам объяснила, есть специальный человек, который занимается тем, что он развозит этих людей. Эти люди платят ему и мы за то, что их привезли. С каждого человека, если я не ошибаюсь, 3 монаты платим мы каждый день. И 3 моната платит непосредственно человек, который приезжает на работу. И мы как-то уже не заморачиваемся, что? А где этот человек? Как, что? Я вам в Инстаграме выкладывала, у нас вообще плантация очень аккуратная, деревья тоже расположены далеко друг от друга, поэтому их собирать на самом деле очень легко. Чем занимается в этот момент мама? Естественно, кто-то должен проверять, собраны ли до конца деревья. Потому что работник может просто прийти, собрать те места, которые легко собираются, а какие-то места вообще оставить. И пойти дальше. Или под деревом тоже бывают такое, что оставляют. И, в общем, мама занималась тем, что она ходила и проверяла, насколько это было возможно. Но на самом деле нам попались очень добросовестные работники. Действительно, они собирали очень хорошо. Они собирают не первый год. Как сказала одна из женщин, она вообще работает на предприятии, которое не сезонное, а целый год тебе платят зарплату и ставят перед тобой лимит, который нужно обязательно проделать в течение дня. И фиксированная заработная плата всего 14 манат. Представляете, очень мало это, конечно. А здесь у нас максимальная зарплата, которую я давала, это было 85 манат за один день одному человеку. Эта женщина всегда приезжала со своим сыном. Сын взрослый, ему лет где-то 25. Может, даже старше. Женщина прямо от души собирала, а вот сын только и делал, что сочковал. Когда на него не посмотришь, то он курит, то он лежит под деревом, то он ноет, что все очень сложно, что он больше так не может и так далее. Дальше у нас вот такой круассан, внутри с индейкой, как я поняла, с сыром. Выглядит, конечно, он суховато, но попробуем. Вкусно. В общем, сын всегда зарабатывал в день около 35 манат. Максимум 40. Мама прям активно работала. То есть здесь все зависит от твоих способностей. Если ты приехал работать, смысла лежать под деревом никакого нету. Да и для нас тоже, как бы, нам важнее, чтобы работа была проделана хорошо и максимально быстро.
Еду каждый берет с собой. Единственное, что я отвозила туда постоянно воду. Холодную воду из артезана. Потому что там воды нет. Хочется и руки помыть, и выпить. Я только и занималась тем, что отвозила воду туда. Это все-таки плантация, светит солнце, и вода сразу нагревается, а хочется пить холодную воду, утолять жажду и продолжать работать. Вообще физическая работа — это всегда сложно. У нас еще есть небольшой один участок внутри деревни. Мы как-то вечером с мамой, там буквально 2-3 дерева осталось. Мама говорит, давай пойдем сами соберем. И это было настолько для меня сложно. Поцарапала ногу, устала вся. Мой друг детства, он тоже не любит собирать орехи. Он говорит, я легко могу собрать, не знаю, черешню, вишню, нектарин, персик и все что угодно, только не орехи. Он говорит, меня это жутко раздражает просто. Вот по 50 копеек нам собрали, почем же мы продали? Орехи мы продали прям вот в таком виде с кожурой. Естественно, гораздо выгоднее, как я вам рассказывала во влоге, гораздо выгоднее отделить орех от листьев, нормально высушить и зимой продать, когда орехи стоят дорого. Но вы знаете, нам так повезло. Мы, получается, продали по 1,70. То есть 1-2 дня люди собирают, потом один раз мы едем и сдаем это все. То есть не было такого, что мы прям каждый день отвозили орехи. Потому что нанимается машина, нанимаются люди. В общем, я все думала, что я не человек бизнеса и подобными вещами, я никогда не смогу заниматься. Но после этого опыта я поняла, что в принципе я помогла все это организовать и заниматься. Вы знаете, в этой сфере, как и в других, в остальных сферах, если ты чем-то занимаешься, то надо заниматься крупно. Вот когда ты занимаешься крупно, ты получаешь крупные деньги на руку. Например, если это будет не 1 гектар, а, например, 10 гектаров, то естественно, ты заработаешь в 10 раз больше. И можно просто в сезон себе сразу новую машину покупать. Даже не машину. Даже можно однокомнатную квартиру. Хотя, естественно, есть и расходы. То есть нужно деревья поливать. Нужно удобрять, косить траву. А такое поле косить не так уж уже легко. Поэтому как бы это все тоже расходы, и поэтому я маме всегда говорю о том, что если заниматься подобным делом, нужно заниматься крупно. Вот тогда ты можешь заработать крупные деньги. А по мелочи, как бы, не очень выгодно. Я уже молчу про людей, у которых, не знаю, там 5 соток. Из этих 5-7 соток тоже нужно приезжать. Нужно поливать это все время и сидеть это все собирать. Поэтому мне кажется, в таких делах обязательно нужно заниматься всем масштабно. Но мама говорит, пока что
Папы здесь нет. Брата тоже. Мы все-таки девочки. Что у меня там на камере? Вот этот ролл стоит почти 7 манат. Посмотрим, что здесь такого. Соленым. Это новинка. Этого не было в Маке. Вот это новинка. Круассан тоже новинка. Цезарь уже давно есть, но с креветками просто я не пробовала, поэтому решила в этот раз попробовать. Что-то наподобие. Есть в KFC, называется Твистер. Но он стоит копейки, здесь гораздо дороже. А я вам так и не сказала, почем мы продали. То есть, получается, работники, они собирают орехи по 50 копеек, а мы продаем за манат 70, то есть за 1 доллар за килограмм. Плюс еще с каждого мешка вычитывается 1 килограмм, типа за мешок. Хотя этот мешок не весит 1 килограмм, но просто такие правила, и они фиксированы одинаково везде. Слава богу, не было такого, знаете, вот вроде должны 5 работников приехать, какой-то сказал, ой, мне сегодня неохота, ой, я сегодня не приду, или кто-то, ой, я устал, я уеду пораньше. Такого не было, если честно, все отлично работали, только был один вот парень, про который я вам рассказывала, который то лежал, то туда, то сюда. Был не очень настроен вообще работать. А так все остальные молодцы. У нас деревья с каждым годом растут. Я думаю, что в дальнейшем они будут приносить больше прибыли, нежели сейчас. Для этого обязательно нужно ухаживать за деревьями. Ты, естественно, можешь нанять человека, который польет твою плантацию, займется вопросами удобрений и так далее. Но, естественно, ты тоже должен это все дело контролировать. А значит, что? Ты должна еще поехать туда. Поехать и посмотреть, проделана ли работа. Или просто человек себе собрал. Сказал, что я полил, например, твой участок. Ты вообще не в курсах. Это так же, как и в других делах. Обязательно нужно проверить, действительно ли проделана работа, о которой идет речь. Ну, такое себе, на самом деле, не прям супер вкусно. Что-то наподобие Твистера.
Что меня всегда удивляет, у них огурчик настолько классно хрустит. Как они так солят огурчики? Выложила в сообщество фотографию, что подписывайтесь на мой инстаграм. И столько людей было недовольных тем, что я перестала снимать контент на какой-то период. Некоторые прям писали, ой, отписка. Вы должны понимать, даже на работе люди в год один раз берут отпуск, занимаются какими-то своими делами. Я тоже живой человек, у меня тоже могут быть какие-то дела. Это же не просто, знаете, мне заняться нечем. Я просто лежу на диване и думаю, да пошли они. То есть есть причины. Но потом выложила влог. Он настолько всем понравился. Я прям зарядила вас всех позитивом. Я вообще такой человек, я не умею скрывать свои эмоции. Мои эмоции у меня на лице. Когда мне плохо, грустно, я вот реально, я не могу играть. Вот из меня актриса просто никакая. Вы сразу чувствуете, видите, что мне как-то плохо. А когда у меня внутри, не знаю, бабочки, у меня все шикарно, это прям передается и вам. Осталось у нас донат. Я уже, честно, наелась. Ну, давайте хотя бы попробуем. Ой, он внутри с кремом, представляете? Раньше другие были. Они были без крема внутри. Да даже не крем. Как будто какое-то масло внутри. Давайте подведем итоги. Что касается вот этой вот шаурмы, которая стоит 6 манат с чем-то, честно, вообще не понравилось. На мой взгляд, не стоит своих денег. Но меня очень удивил круассан. Он был достаточно мягким, вкусным. Как было написано, из мяса индейки. Индейка действительно чувствовалась. Прям вот 5 из 5, очень понравилось. Насчет цезаря, ну, не знаю, на любителя. Мне больше нравится цезарь в обычных ресторанах. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка.